такой сахарной косточкой с утра пораньше наслаждается Хорита. А я стираю свои маечки, слушаю птичек, улыбаюсь солнышку. Только-только проснулась, времени 7 утра, дрыхла, вышла. И тут косточка у нее. Юлька тут собачке такое-то кинула. Собачка испугалась и бежала. А Хорита прибежала за косточкой. Что это же сейчас сбежишь? Бери косточку, иди домой. Бери! Люся! Давай, иди домой. Взяла? Давай. Давай, Люся, пошла. Вот так вот. Постирала маечки. Беленькие, чистенькие. У меня тут прям трава у дома, как в той песне. Землян, по-моему. И снится нам мирок от космодрома. Нет. И это для коровок. Как он там называется? Помочка мне говорила, опять забыла. Нет, ледяная синева. Тут люди украшают всякими штучками. А здесь орех. Смотрите, какой уже крупный. Такая у меня здесь улица. Тут можно поставить стульчики, сидеть под орехом. А можно где-нибудь на солнышке. Юлька ушла. Идите, пока. Пока, гулёны. Они в 4 утра гуляли, и вот сейчас полвосьмого пошли. Это наш домик. Вот это. Я реально еще сонная. Все еще стираю. Свои маечки постирала, Юлькина нет. Просто сегодня сказала, приедет эта хозяйка. И там Юлькин купальник еще стираю, всякую фигню. Вот, приедет сегодня хозяйка и скажет, как справляться с этой машинкой. Потому что я такой, например, вот не стирала ни разу. Чего бы мне позавтракать? Пюрешку не хочу. Яйцо с помидором. Наверное, овсянку поем. Чайник холодный. Юлька не пила. Я там повесила такую эту самую. Ну, чтоб с улицы там ходят. Чтоб тут спокойно можно было ходить хоть далеко. Вчера поразбирала все вещи. Тут все чистенько. Все-все-все-все-все. Поскладывала туда в ящики. Вот. Все зимние курточки тут повесила. В общем, такое. Давайте откроем, пусть проветрится наш домик. Хотя он и не заветренный. Все в порядке. Вот такое повесило, видите? Красоту. И тут у меня солнышко. Можно садиться и загорать прямо здесь на порожке. Тут у меня на порожке можно сидеть, загорать, любоваться небесами, слушать птиц, наслаждаться природой. Вообще кайф. А здесь за угол, кстати, мы вчера ночью пошли. С бабушкой, с соседкой познакомилась. Вот. Пошли мы туда за угол, а там реально лес. Представляете, сразу так раз. И можно в лесу гулять. Там так обалденно. Вообще я никогда в таком лесу не была. Мы с Юлькой ходили в лес в Великом Новгороде. Но там вообще какой-то другой лес. А здесь такой густой, такой зеленый. Такие запахи вообще. Ну, паучок пришел. Паучок, привет. Ты пришел? Ты пришел ко мне с приветом. Рассказать, что солнце встало, что оно каким-то светом
по листам затрепетала. Паучок, паучок, паучок. Как он меня ногой так раз отвалил. Куча дел. Паучок, 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 паучок. Ладно, не буду его мучить. Ой, я его паутинку зацепила нечаянно. Ай, не хотела, прости, друг. Тут все в паутинке, все листочки вон. Он тут, похоже, живет. Его домик. Сосед мой. Сверху. Такое утро, я проснулась. Сейчас пойду гулять. Мне как-то себя надо назвать уже не Ирина Питера, а, наверное, блогер гаражей. Наверное, так будет честнее и правильнее. Уже 8. Пошла достирывать и пойду гулять.